Вот, наконец-то, мы и добрались до леса. Делали выезд сегодня также на несколько дней. Постараемся собрать грибы, ягоды, походить с металлоискателями. Вот как с Игани опять едем. Полный кузов, и здесь все, приборы взяты. Походить с металлоискателями и полазить по скалам. То есть такая у нас путешествие у нас сегодня выдается очень серьезно. За один раз надо успеть все. Погода благоволит нам. Так что посмотрим, что получится из нашего путешествия. А пока едем к грибным местам, вот через лесной массив шуруем. Вот какие лавандовые поля из окна машины. Вереск все-таки, да? Конечно. Но как лаванда, значит, как лаванда все равно. Пахнет очень хорошо. Не лаванда, но... Так что едем в наши места, где грибы могут быть. Ну, что-то пока проезжаем. Едем, 300 метров белый растет. Подняли. Едем дальше, 300 метров белый растет. А выходим из машины, делаем эти круги вокруг. А нету грибов. То есть пока нам не везет, хотя слой белых уже пошел, но в этом месте почему-то их нету. Вот. Ну вот они, старые грибы есть, такие старенькие, а молодых. Кто-то, видите, ковырялся здесь, он поганки пошибал. Так что я думаю, что здесь уже пробито, но куда-то надо отвалить. Вон там шляпки, да? Пока это... вот так вот. То есть грибов пока нету, особо грибов нету. Ну как нету? Мы едем на машине, фигак, остановились, беленький. Увидели беленький у дороги. Забрали. 300 метров вокруг нету. Вот сейчас я подошел к машине, сапоги одеть. Вот сапоги. Хочу вот туда вот спуститься, там болотце, посмотреть, что в болотце делается. А то я в кроссовках не хотел ноги мочить. Но вот один подберезовичек на краю нашел. Думаю, сейчас кофейку попью, Маргариту найду и туда сходим в болотце, посмотрим, что там будет. Ну вот эти места у меня, красных много было, но ничего, вот одного красного нашел и все. Конечно, красные мои самые любимые грибы, мне даже белых не надо, мне подосиновики нужны больше. Так что вот опять как цыгане, вот вдвоем едем, смотрите, вот как так, вот здесь все завалено. Все, и палатки, все. Вон что творится. Так что вдвоем все больше и больше вещей получается. Вот чем больше машина, тем больше можно вещей увезти с собой. Забрать эти вещи для комфорта. Ну, в принципе, да, и столик. Тут такой столик к ночевке. Ночевать будем не ясно где пока. Поедем, посмотрим, найдем хорошее место, там и заночуем. Может быть, где будем копаться с металлоискателями. С металлоискателями можно даже и ночью копаться. Линия Маннергейма. Вот как она выглядит. Видите? Это вот противотанковые глыбы установлены. Вот она туда вот уходит. Она так вот идет, чтобы танки не прошли. Вот установили, да, как? И вот туда вот уходит. Вот линия Маннергейма. Вот эти в этих лесах проходили оборонительные защитные сооружения разнообразные. То есть против наступления советских войск. Такая вот воронка. Вот такая. А это, видно, старая дорога. Она была вымощена камнем. Вот. То есть вымощена камнем.
Я так понимаю, здесь был проезд. Все равно здесь КП какой-то, то есть перепускали тут одной дорогой. То есть дорога, я там обратил внимание, что она каменная. То есть она даже, наверное, на картах была финских. Чуть-чуть переехали мы на другое место. Сейчас покушаем и вечерок уже проведем за покапушками на станции. Это другая станция, железнодорожная, старинная, финская. Здесь поковыряемся сейчас. Вот сезон грибов у нас как открыт. Вот они. Вот они. Вот так вот беленькие, вот так вот. Сейчас опята разберем. Будем опята жарить. Пожарим опята и лисички. Поужинаем. Пюреху растворим. Котлетки с пюрешкой поедим. Только мы сейчас грибочки с пюрешкой поедим. Ну вот. Машинка уже подзапачкалась у нас. Вот, сейчас покушаем и посмотрим. Может быть, лагерем уже переедем куда-то в другое место. Ну вот здесь то же самое. В общем, вот то же самое, как и там. Вот черепки посуды разнообразной. Старинный, кусочки обуви, вот. Стекляшечки всякие, вот такие вот вещи. Вот. То есть посмотрим, что-то найдем. Ну, я в прошлый раз нашел тут колечко золотое маленькое. Такое. Ну, ценности не представляют, но все равно приятно. Без камушка, правда. Камушек искал. Так камушек и не нашел. Ну, вот. Посмотрим, может быть, что-нибудь вывалится. Да, ну вот, грибочки. Такие вот беленькие, хорошенькие. Мы их сейчас подготавливаем под подварку, под сушку, потому что нам по лесу тусовать долго. Ну вот, вот еще. По лесу тусовать долго, и чтобы они не испортились. Мы их прокипятим и положим в этот самый, в эту коробочку. И все, домой приехали, заморозили в морозильной камере. Все будет хорошо на всю зиму. На это мы жарить будем. Поджарим грибочки. Эти потом отварим под конец на плитке. Ну вот, чтобы они не испортились. Вот так вот примерно мы и тусуем. Такие. У вас может задаться вопрос, зачем я с газонокосилкой? То нет, я к приятелю приехал. Погостить, ну, повидаться. А смотрю, в гараже у него газонокосилка стоит. Я говорю, работает косилка-то? Он говорит, не, забирай. Ну вот. А у меня тоже такая же. Мне Ира ее отдала. Точно такая же. Тоже не работает. Попробую из двух собрать одну. Почему бы нет? Все получится. Ну вот. То есть такие газонокосилки, имейте в виду, не покупайте. Все пластиковое там, все китайское, пластиковое, все ломается. Да. Общий подсаливать или потом подсолим как-то себе? Подсаливай, наверное, немножко. Вот так. Интересный момент такой. На дороге такие сидят, на дороге остановились. Что там, не приготовить на дороге, блин, еду, что ли? Ну а что, норм? Какая разница, вообще? Да?